Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня у меня очень интересная работа. Это летняя кофточка, несмотря на темный вид. Я покупала такую пряжу специально под кроссовки летние. И поэтому получилась вот такая кофточка темненькая. Но сочетание красивых двух узоров, вертикальная кокетка, делает кофточку очень интересной. Предлагаю посмотреть. У нас с вами есть вот такая кокетка готовая. Теперь вот у меня пройма. Я хочу соединить. Вот она, пройма. Она широкая, потом я ее буду уменьшать, обвязывать, но это потом. Сейчас я хочу начать вязать узор. С одной стороны я беру петельку, с одной стороны пройму, и с другой соединяю. И провязываю 1, 2, 3 воздушные петли подъема. У меня есть вот такая схема, обязательно ее потом выложу. Получаются столбики и цветочки. И вот таким узором он начинается таким образом. 3 столбика. 1, 2, 3. Мы вяжем за боковиночки столбиков примерно на одинаковом расстоянии. Тут уж нужно ориентироваться. В следующее расстояние я буду вязать цветочек. Он вяжется пышный столбик из двух столбиков. 1, 2, 3. Еще один пышный. 1, 2, 3 воздушные петли и еще. То есть вот такой цветочек у нас будет. Вот такой цветочек. И 3 столбика с одним накидом. 1, 2, ну примерно на одинаковом расстоянии, тут надо нам приноровиться. 3 столбика и вот такой цветочек. 3 столбика и цветочек. То есть наша задача весь первый ряд, а раппорт узора всего 2 рядочка, легко запомнить. Первый ряд мы вяжем таким вот образом, второй ряд покажу чуть позже. Цветочек, 3 столбик. Еще один вариант. Я взяла кокетку, померила, а она небольшая оказалась. Конечно, распускать мне очень не хочется. И я тогда подумала такой, смотрите, момент. Я взяла 2 мои половинки вот так, захлестнула, посчитала 4 узорчика, сделала нахлест и сократила тем самым с одной стороны и вот с другой. Вот моя ниточка. Вот так вот. То есть я хочу провязать тот же узор, который только что показывала, но только там, где у меня пройма, я возьму и немножечко подсокращу. То есть я буду вязать, делать набор и с одной стороны, и с другой. Вот так, допустим, сделаем. Вот, то есть провязать. Потому что распускать жалко, и тогда на боках получится вот такая вот у нас тоже интересная идея. И сам рукавчик подуменьшится, и объем подуменьшится. А все остальное узор вяжем, как я показывала. Что у нас должно получиться? Повторение 2 рядов. Первый ряд мы с вами разбираем. Вот он. Мы вяжем вот такой цветочный веерочек красивый. 3 столбика. Простой, рельефный, простой. Опять у нас идет цветочный мотивчик, 2 лепестка, 1, 2, 3 воздушные петли и пышный столбик такой вот двойной, 1, 2, 3, 3 лепесточка из сдвоенных столбиков, и мы присоединяемся к столбикам. Столбики, которые у нас вяжутся, они всегда будут вязаться одинаково. Первый ряд мы с вами провязали. Теперь вяжем второй. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 воздушные петли это столбик, и 3 воздушные петли это уже узор. Разворачиваем вязание в обратную сторону. И второй ряд вяжется у нас вот так вот. Очень-очень просто. Перевернула. За центральный пышный столбик без накида.
Раз, два, три воздушные петли. И вот наши столбики. Первый столбик, так как это изнаночная сторона, рельефный у нас будет изнаночный. И простой. Три воздушные петли. Раз, два, один, два, три. Схема этого узора у меня есть, обязательно выложу в сообществе и в своих группах по вязанию. По схеме просто вязать столбик, рельефный и простой. Вот. Всего-навсего два рядочка. Один идет цветочный, а один идут просто столбики. И вся наша кофточка готова. Закончить можно в любом варианте, как вам нравится. Можно закончить вот такими красивыми цветочными, да, мотивами. Можно закончить прямым вязанием. Повторяем 2 рядочка. Цветочный. Вот он у нас есть. И простой. Как вязать простой узор? Провязали. А как вязать, допустим, на простом цветочный, да? То есть мы с вами переворачиваем, вяжем рельефные столбики, у нас будут уже лицевые. И в центре, прям там, где у нас цветочек, вяжем цветочек. Вот и все. Повтор всего лишь 2 рядов. Вертикальный узор, он всегда хорошо, красиво смотрится, поэтому подходит, 3 воздушные петли, подходит для любого вязания. Столбики. На лицевой стороне мы вяжем столбики рельефные лицевые, на изнаночной рельефный столбик вяжем изнаночным. Вот такой простой узорчик. Вот. Расход пряжи, вот остаточки, у меня 200 грамм. Что у меня получилось в итоге, давайте посмотрим. Это у меня спинка, наша кокетка, которую мы вязали. Разворачиваем вязание. Спинка у нас длиннее, чем перед. Я вот так вот сшила, потому что у меня кокетка была подлиннее, чем мне нужно было. И после кокетки я вязала ровно полотно вот моим красивым узорчиком, который я нашла в интернете. Предлагаю вам связать. Вяжем на ту длину, которая нам необходима. Может быть, на ту длину, насколько хватит ниточек. Расход на 46 размер у меня получился 200 грамм. Очень красиво. Вкусного бордового цвета. Слонимская пряжа — это хлопок. То есть я хочу носить это летом под кроссовочки. Хлопок, чем хорош, он не колется, мягкий, тактильный, очень приятный. Предлагаю и вам связать такую красоту. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, что вам все это понравилось. Обязательно пишите комментарии. Очень мало комментариев, прям очень. На Дзене, пожалуйста, огромная просьба, пишите. Это очень-очень важно. До новых встреч. У нас с вами есть вот такая кокетка готовая. Теперь вот у меня пройма. Я хочу соединить. Вот она, пройма. Она широкая, потом я ее буду уменьшать, обвязывать, но это потом. Сейчас я хочу начать вязать узор. С одной стороны я беру петельку, с одной стороны проймы, и с другой соединяю и провязываю 1, 2, 3 воздушные петли подъема. У меня есть вот такая схема, обязательно ее потом выложу. Получаются столбики и цветочки. И вот таким узором он начинается таким образом. 3 столбика. 1, 2, 3. Мы вяжем за боковиночки столбиков примерно на одинаковом расстоянии. Тут уж нужно ориентироваться. В следующее расстояние я буду вязать цветочек. Он вяжется
пышный столбик из двух столбиков. Раз, два, три. Еще один пышный. Один, два, три воздушные петли и еще. То есть вот такой цветочек у нас будет. Вот такой цветочек. И три столбика с одним накидом. Раз, два. Ну, примерно на одинаковом расстоянии. Тут надо нам приноровиться. Три. Три столбика и вот такой цветочек. Три столбика и цветочек. То есть наша задача весь первый ряд, а раппорт узора всего два рядочка, легко запомнить. Первый ряд мы вяжем таким вот образом. Второй ряд покажу чуть позже.